Более 200 миллионов рублей потратили на реконструкцию морского порта Махачкалы. В рамках инвестпроекта сделан капитальный ремонт зданий, проложены новые коммуникации. Объект осмотрел председатель правительства республики Артем Сдунов. В планах наладить первичную переработку рыбы объемом 18 тысяч тонн в год и создать порядка 100 рабочих мест. Также премьер-министр осмотрел «Союз Рыбпром». На предприятии принимают, сортируют и морозят рыбу. Проект реализуется совместно с калининградской группой компании «За Родину», которая является одним из крупнейших производителей пресервов и консервов в стране. Напомним, в этом году, по прогнозам специалистов, в республике будут добыты рекордные 20 тысяч тонн рыбы. Артем Сдунов отметил, что вслед за выловами необходимо увеличивать объемы переработки водных биоресурсов в регионе.